Здравствуйте! Обзор зарядного устройства Барафон, модель BA20A. Мощность у него небольшая, всего лишь 2 ампера при 5 вольтах. Нет, и не быстрая зарядка, просто зарядка. Просто ничего. Вот здесь у него один USB-порт и все, и больше ничего. Что я хотел бы сказать этим видео, вы поймете в конце. Но для начала давайте его испытаем. Включимся сюда. Посмотрим, есть ли у него электричество тут вообще. Оно тут есть. 4,88. Ну, как-то маловато. Мало. Но в пределах нормы. Будем говорить, что так. Сразу же нагрузим. 100 мВ пока ничего. 200, 300. Так, 1 ампер. 1 ампер уже просадка. Да, 4,79. 2 ампера. Он пытается что-то там компенсировать. Ну ладно, хотя бы так. 4,85. 10 ватт свои заявленные он держит. Дальше тут проверять, собственно, нечего. А вот сейчас на холостых почему-то 4,95. Еще раз. Выключимся. Еще раз. Включимся. Снова 4,93. Ну, как-то у него там плавает все. Ладно. Будем думать, что работает. Но я обратил внимание вот на такую деталь. Просто на тестере. Вот на такую. Холостой ход. 300 мВ. Это нереально много. Напомню, это очень хорошо продается на Wildberries, на Озоне. Прям хорошее зарядное устройство. Там столько отзывов отличных, замечательных, что прям супер. Что же будет под нагрузкой? А под нагрузкой будет 700 мВт. 700 мВт. 2 ампера, 700 мВт. Ладно, всему этому верить, конечно, можно не верить, потому что это тестер, это электронная нагрузка. Сейчас возьму осциллограф. Осциллограф, в принципе, видит все то же самое. Примерно 330 мВ. Естественно, чуть побольше, чем тестер. Ну да ладно. Ну что ж, нагрузку. 2 ампера. Полвольта. Полвольта мы видим пульсации. И это, я считаю, много. Да, поскольку тестер сглаживает, все-таки мы обойдемся без него. И возьмем нагрузку аналоговую. А вот аналоговая нагрузка уже нам покажет немножечко поинтереснее сигнал, но все равно мы видим полвольта при 3 амперах. Без нагрузки 250 и при 3 амперах полвольта. На этом, в общем-то, обзор можно закончить. И что я хотел сказать этим обзором? Да ничего я не хотел сказать этим обзором. Я просто хотел показать, что вот такое зарядное устройство очень хорошо продается на Wildberries, на Озоне. И все рады, и все им пользуются. И все, в общем-то, у всех как бы хорошо. Насколько хорошо, неизвестно, потому что многие пишут отзывы, и как только забрали и пошли домой. Но это, конечно, беда. Это беда. Это плохое зарядное устройство. Зато хорошо продается. Вот, собственно, вот такое вот короткое видео. Всем, кто посмотрел, делайте выводы самостоятельно. А я всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. И пока.